Главнее всего погода в доме. А что делать, если в квартире идет дождь? Жители Берского общежития многие годы живут в сырости. Более того, несколько домов на Боровой не обеспечиваются нормативным горячим и холодным водоснабжением, теплоснабжением. Есть и проблемы с кровлей и благоустройством. Об этом жители 94-го, 96-го и 98-го домов рассказали заместителю прокурора Новосибирской области Александру Рудь. От горожан принято коллективное обращение, даны разъяснения. Прокурору Берска Аркадию Козлову поручено провести проверку, результаты которой поставлены на контроль.